Совершенно разные образы, но каждый из них хорошо тебе подходит. Как тебе перемены? Да, мне очень все понравилось. А теперь прическа. Ира жалуется на то, что все попытки прийти в салон красоты с целью кардинально поменяться заканчивались долгими расспросами парикмахера о том, что же все-таки хотелось бы. А предложений никаких. Пора вернуть Ирине веру в омских мастеров. Порой именно короткая стрижка может так поменять настроение, что и жизнь складывается куда более интересно. Мастер студии красоты «Белый трюфель» выполняет авторскую стрижку «Андеркат». «Милые, эта стрижка, как у меня. Вы так часто пишете мне в соцсетях и спрашиваете, кто может подстричь так же. Так вот вам ответ. Стрижка смелая, эпатажная и, поверьте, идеальная. Она подходит любой. Неважно, сколько вам лет, какие волосы, какова форма лица. Она прекрасно укладывается, ведь нижние волосы короче, а верхние как будто бы наслаиваются на них, приподнимаясь от корней. Потрясающий объем и много вариантов укладки. Просто сменив пробор на другую сторону, получаем асимметрию, более классическую форму и как будто бы совершенно другую стрижку. Какой она стала благодаря волшебным рукам мастеров студии «Белый трюфель»? Девочка! Ну как тебе после вот таких длинных волос, раз и короткая, еще и экстравагантная? Я другая. Я пока в шоке. Такие перемены, но это то, что я хотела. Я хотела глобальных перемен, я их получила. Девушкам стоит меняться, это нужно делать, потому что мы всегда должны быть разными.